Смотри, смотри. Горит, горит, смотри, как хорошо. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Нажми по центру, у меня там нормально. Я нажал по центру. Идет полосочка. Смотрите, укропы, у вас нет потери, ваши не сдаются ни разу. Так, показываю. А тебя не видно было, не переживай. Там еще один танк. Да нафиг, я вот тот еще. Вон. Коптильня украинская. Класс, да? Так как вы в Одессе коптили, так вот наш флаг коптят. Да, что скажете им, пацаны? Привет, пусть стекают, если хотят жить. Стекайте, если хотите жить, вам передают, ребята. А то сгорите вот так вот там. Отойди. Отойди в сторону. Там что-то работает. От танка все. Где работает? Да в танке что-то там ее расхуяли. Ну как это спрятали? Там звук где-то понимаешь. Вот, блядь. Мадин Украина, блядь. Дело странная. В том, что поначалу принимало бой только всего лишь 20 человек. Против вот этого всего. Это потом уже подтянулось подкрепление, а? Жим-жим у кого-то. На. Не, ну мне танкист, который уебал.